Художник-хулиган решил остепениться. В этот раз выставка Сергея Дворникова обошлась без шокирующих инсталляций. Она получилась камерной. Здесь представлено 30 с лишним картин, все без названия. И зритель сам должен определить, что же на них изображено. Где-то есть улыбающийся демон, где-то пискарь. Не хочется загружать зрителя своим каким-то там, видением, своими целями и задачами, а хочется открыть для каждого зрителя такой простор, чтобы он сам видел что-то, что он увидит. То, что у каждого человека свой угол зрения, свой этаж зрения. Вот. Я специально несколько работ перевесил или кверх ногами, или на 90 градусов повесил. На открытии выставки художник представил фильм о том, как он создает свои картины. После игры с цветом в планах художника организация современного фестиваля. Сергей Дворников говорит, что в нем могут принять участие не только художники и фотографы, но и любые творческие люди.